отбрасываю. Привет, Нихтуба! Всем привет, а я мама Тата. И сегодня мы оказались в Арктике. Да! Там очень много снега и пингвинов. И очень холодно. Ника, что мы здесь делаем? Ловим йети. Вау! Какой он страшный, большой, волосатый. Человек снежный. У него огромные лапы. А смотри, какие у него красные страшные глаза. Он злой. Он злой? Он хотел накинуться на Илью. На машину хотел накинуться? Но его поймали. И мы посмотрим, как это будет происходить. Это большая машина для ловли йети. Но это не простая машина, потому что это машина от Matchbox. А все машины... Круто! Да, а все машины от Matchbox очень интересны. Там много разных функций, и все эти функции скрыты под какими-то интересными кнопочками. И чтобы это узнать, что нам понадобится? Настаколка! Точно! Начали! О, смотрите, тут история. О, какая-то интересная история. Только не написано. Только так. А мы сами придумаем, какая интересная история с нами произойдет. С этой машинкой, с Йети. И ты видел, кто тут еще есть? Человечки. Маленькие человечки. Ну что, давай побыстрее распакуем. Тогда распаковка начинается. Да, это мое одно из самых любимых занятий. Давай смотрим, что нас здесь ждет. Ник, ну что, давай отделяемся. Вот человечки. Ого, это человечки такие интересные. Угу, посмотрим, для чего им такие большие ноги. Давай, доставай Йети. У него тоже такие большие ноги. А ну покажи. Машинка такая огромная. Большие колеса. Сейчас мы рассмотрим внимательно. Ух ты! И что у нас в наборе? Машина огромная, с кучей секретов. Два человечка. Йети с большими ногами. Он качается, так интересно. Смотри, как он качается. Ник, ты еще не замерз? Нет. А пока не превратился в льдинку. Ты в льдышку еще не превратился? Это хорошо. Давай расскажем, что у нас есть, кроме человечка и машинки. Еще здесь есть вот такие наклейки, которые мы наклеим. Есть вот такие интересные держатели для сетки. И, внимание, инструменты для человечков. Давай, сейчас нужно их уже вооружать, потому что скоро начнется поимка Йети. Ник, ну что? Начинается охота на Йети. Нужно проверить, как работает наш автомобиль. Смотрите, один фокус. Давай. Так. Ух ты! И машина разложилась. Я сложная машинка. Теперь покажи, как она складывается. Угу. Готово. Я машинка веселая. Эта веселая машинка будет гнаться за страшным Йети. Ногти у меня. Убежал наш Йети. Да. Ну что, готовим экспедицию. Готовим. Так, усаживаем человечков. Какие варианты могут быть? Мы их можем посадить в кабину. Покажи, где у нас кабина, Ник. Вот. Садим человечка в кабину. Складываем. Едем за этим Йети страшным. Так, вот кабина. Перевалка начинается! Давай посмотрим, что умеет наша машина. Наши человечки остались в кабине. Мы его достанем сейчас. И вот наши человечки. Ставим их на вот эту платформу. Вот они так себя вот очень уютно чувствуют. Да. А теперь переставляем их на пусковые установки. Так, Ник, запускай. Ого, а теперь второго.
вы вообще качаете? Это специальная установка для того, чтобы ловить снежного человека с помощью... Сетью. Сетки. Сеть закреплена в руках наших человечков. Устанавливаем их. Так, а теперь посмотрим, как они будут с этой установки прыгать вместе. Давай! Ух ты! И вот так вот мы будем ловить снежного человека. Страшного. Страшного. Давай теперь покажем, какие здесь еще интересные есть функции для ловли. Вот еще есть. Пусковая установка еще одна есть, да, давай покажем, как она работает. Ставим человечка, так, а? Хорошо, и запускаем его. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Ставим другого с другой стороны. Качается. Друзья возвращаются обратно к машине. Они порадовались. Вот такие человечки продаются еще отдельно. Давай сюда поставим человечка. Вот. И там они могут стоять. Складываем машинку. Экспедиция готова. Поехали. Заедьте. Это не настоящая Арктика. Не буду с вами играть. Здесь снега нету. Ник. Действительно, а Йети прав, у нас-то снега нету. Что будем делать? Сделаем снег! Правильно! И для этого нам поможет вот этот набор. Доставай пакетики. Можем встать. Давай. Ух ты, здесь цветные пакетики. И вот коробку мусор. Прямо в точку. Ник, будем делать розовый снег? Нет, лучше белый. И берем пакетик с белым снегом. Разрываем пакетик. И высыпаем его. Начинаем делать снег. Размешиваем. Ник, ну что там? Снег настоящий, вот, дылка. Снег как настоящий. Я все разбрасываю. Интересно, а ну-ка давай посмотришь, какой у нас снег получился. Да. Похож на мокрый снег, да? Ну что, давай делать на столе Арктику? Да, давай. У нас теперь настоящая Арктика. О, снег падает! Я люблю снег! Ура! Ура! Но пора превращаться в плохого! Машина уже едет, давай, я уже слышу ее звуки! Она подъезжает! Теперь складываем машину. Давай. А залетелся снег. Давай, теперь работает наш отвал. Мы на исходной позиции. Катапульта. Долетели. Где наши инструменты? Мы забыли наши инструменты. Быстро на базу за инструментами. О, инструменты. Тоже забыл инструменты. Есть, Ник. У меня уже инструменты есть, а у тебя? А у меня? Вот смотрите. О, все отлично. Да, давай соберем машинку и покажем еще новую катапульту. Так, давай заново. Ник, с моей стороны становись. Готово. Человечки на месте. Вперед, Ник. Ух ты.
Мы не долетели. Не долетели. Давай на предыдущую катапульту. Так, давай, Ник. Ух ты. Давай. Так. Я на месте. Один, два, три. Ой, вот что. Долетели. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Оу! Какой он огромный. Вау, нужна сетка. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Ник, нужна сетка. Без сетки никуда. Давай сейчас будем сеткой ловить. Устанавливай сетку. Чтобы поймать этого страшного, пристрашного йети. Сетка уже в руках. Устанавливаем. С этой стороны. Начинаем. Вообще стали, будто бы они фотографировались. Они хотят фотографию на память вместе с Йети. Ура! Йети пойман! Отлично! А я могу спутаться! Ничего у тебя не выйдет, мы тебя тащим. Так-так-так-так. И опа! Все, он пойман. Это удача, это победа. Победа, точно. Человечки счастливые и довольные собираются домой. Пока не завалило нас снегом. Пока снегом нас не завалило, давай быстрее. Я смотрю, там тучи собираются. Тучи? Да, скоро начнется страшный снежный ураган. Ураган? Я боюсь ураганов. Открываем кабину. Так. Ставим. Хух, на месте. Сетка мы соберем с собой. Миссия выполнена. И наши человечки могут спокойно ехать домой. Пока-пока, до новых встреч на канале Ктуба. Всем пока-пока, до новых встреч. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ник, ты замерз? Холодно здесь в Арктике. Да, уже пошел сильный снег. О, уже сильный снег пошел. Ну что, возвращаемся домой?